Гостями такого уровня челябинская тусовка не избалована. Визит Сэма Берник обсуждали несколько месяцев. Хаус-вокалистку не все знают в лицо, но ее хиты известны даже тем, кто далек от клубной жизни. Накануне певица выступала в Екатеринбурге. Чувствую себя прекрасно, хотя немного есть усталость, а в целом все хорошо. Когда я была маленькой, конечно, я не думала, что спустя годы я именно в этом месте, в Челябинске, буду давать интервью. Хотя, признаюсь, о славе мечтала. Одни таблоиды называют ее королевой британских танцполов, другие – отчаянные певицы, подозрительно похожие на мужчину. В жизни Сэм обаятельная и немного манерная. Россию называют вторым домом, хотя в Челябинске впервые. О, интересное место, пожалуй, Владивосток. Для меня это конец географии, город в бухте. Так много было людей, они лезли на сцену, и я запомнила это и оценила их любовь ко мне. А вообще, за всю жизнь я сделала очень много шоу, и некоторые из них не совсем подходят для ТВ. Для меня благодарная публика – это те, кто знает мои песни, это энтузиасты, это люди, которые не скрывают свою любовь, я получаю ее и с удовольствием отдаю. Оставайтесь такими же прекрасными и счастливого Нового года! Еще одна пати не осталась без внимания нашей съемочной группы. Как ни парадоксально, но этот формат пришел к нам из культурной столицы. Попасть на тусовку можно было только в особых нарядах и только узкому кругу людей. Действие, мягко сказать, впечатляющее, а потому некоторые кадры по этическим причинам из эфира пришлось исключить. Изначально в 80-х Америке были такие вечеринки, назывались Party Monster. Они с собой подразумевали не только привоз какого-то там музыканта, да, но еще и эмоциональную составляющую. То есть люди приходили на вечеринку в костюмах, они готовились к ним. А что касается музыкального сопровождения, что сегодня могут услышать гости? Висячка. Я так это называю. То есть прыгательная музыка. Никита Харинцев, Энайрс, Андрей Черненок. Никакого гламура, никакого хаоса, только прыгательная музыка. Для души. До последнего момента организаторы сомневались, реакцию челябинской тусовки сложно было предугадать. Впрочем, обошлось без неожиданностей. В Питере вроде бы как бы этот формат еще приняли, да, вот этих вечеринок. В Челябинске это не шокирует, не пугает? Нет, не пугает, я был на Казантипе, и там все точно так же, и это здорово. А расскажите, как люди там реагируют? Там это нормально. Там это в порядке вещей, здесь это немножко в новинку, но все, думаю, со временем придет и сюда. Спасибо. Расскажите про ваш образ, как вы выглядите. Комплексовать. Если мы будем комплексовать, мы останемся таким же провинциальным, никогда не в теме городом Челябинском, потому что на Урале полно городов, которые на самом деле практикуют подобные вечеринки, и самовыражение там не считается чем-то зазорным.
В общем, несмотря на промышленный статус Челябинска, модная и клубная жизнь нашего города продвигается. Промоутеры не перестают удивлять, а клубящаяся публика принимать смелые предложения.